Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster, stronger, fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday on DFM. Добрый вечер, друзья! Каждую среду на DFM с вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл, представляю Bassland Show. Сегодня у меня специальный гость, как и в предыдущих моих эфирах, все специальные. Капелла! Ромка Шелест. Ром, подходи сюда к микрофону, давай, приветствую всех. Всем привет, мои дорогие сладенькие котятки, сегодня у нас классно будет. Ребят, не пугайтесь, это общение Ромки, такая манера у него нормальная. В общем-то, мастер аналогового звука, бейса, ломаных битов, всяких различных заморочек, эйсидных там и так далее. В общем, что сегодня вкратце будет? И с недавних пор немного потолстевший я. Сегодня будет классная музыка, очень много отборного материала будет, парочка треков от меня. Парочка? Ну, я думал, ну как минимум десятку сыграй. Ну, давай десятку сыграем. Короче, ребят, сегодня гостевой эфир в режиме лайва. То есть он как бы готовился, но именно порядок, последовательность такого нет. Да, все, плюс вот... еще я вот здесь щелещу. Мы сегодня разыгрываем пластинку проекта ACD. Это Саша ДЗА. Вопрос будет скоро, следите, не отключайтесь. Да, в любом случае. Поэтому, ребят, настраивайтесь. Вроде бы погода сухая, хорошая. И на DFM, в частности, разносим низкими частотами, в общем-то, радиослушателей, ваши мозги, головы, уши. Поэтому делайте громче сегодня. Эфир будет интересный очень. Да. Broadcasting live over the capital. Кстати, сегодня будет еще информация о выступлениях капеллы. И также по моим пройдемся.
Ребят, прямая трансляция идет ВКонтакте на моей стене wiki.com/djprofit. Добавляйтесь, можете смотреть, что тут крутит капелла, вертит, собственно, использует контроллеры. Все как нужно, все по-взрослому. Поэтому welcome, welcome. И, конечно же, мы всем передаем привет. Машем ручкой. Ромыч, давай пройдемся вкратце по тебе, по твоему творчеству. Уже год назад, а то и поболее, ты у меня здесь в эфире не был. Соответственно, что произошло? Ну, помимо того, что ты там Тиману пишешь там и так далее, я имею в виду по электронике, где что выпустил, сколько всего там? Ну, у меня все на всех известных цифровых площадках, можете наблюдать. Вышло несколько EP у меня. EP с двумя русскими названиями. Это EP «Грязь» и EP «Специфика». Прямо сейчас можете добавлять ее везде у себя, ага, и слушать. Стримить, да. И да, скоро я захожу на драм-н-бейс сцену, сейчас пишу и драм-н-бейс EP. Вот, вот этого мы ждали, давно пора. Слушай, ну с таким-то опытом, конечно же, драм-н-бейс можно разносить сцену. Тем более, учитывая того, что какие-то фишки всякие используешь, приблуды аналоговые, ну, это да, будет здорово. Ну да, все, что есть. Ну, и Noisy давно просили тоже сделать, пожалуйста, что-нибудь из драм-н-бейса. Кстати, о Noisy, как ты относишься, отнесся, когда узнал новость о том, что они в 2020 году, собственно, заканчивают проект? Ну, я думаю, что пойдем плакать. Но я думаю, что они круто соберут денег и сделают новый проект. Вот. Думаешь? Я думаю, да. Но они, смотри, фишка в том, что они, типа, устали, у каждого свои какие-то идеи, и, типа... Ну, проект... надеюсь, подарят нам всем сэмпл-паки свои. Я все жду, когда, наконец-то, где-нибудь на каком-нибудь сайте появится их сэмпл-пак, да, который хотя бы можно будет купить. Ну да. Слушай, на самом деле тебе сэмпл-пак, мне кажется, не нужен. Ты и сам можешь накрутить все, что угодно, что... Ну, это все-таки так. Окей, слушай, ну и вкратце по сегодняшнему эфиру, ты каких музыкантов, в каких стилях сегодня у тебя будет лайф? Так, у меня сегодня будет бейс, хип-хоп, и через 20 секунд мне надо заводить трек. Да, давай, беги, давай, давай, давай. You are listening to DJ Prophet. What's up with them beats, boy? Boy.
Знаешь, мне кажется, ну, представилась такая картина, что как будто это Годзилла рожает. Это вообще завод какой-то. Когда услышал, у меня была прямая реакция на этот трек. Я делал в Инстаграме у себя. Я просто с ума сошел. Очень крутой трек. Ну да, да, да. Ребят, что касается моих выступлений, то в эту пятницу я буду в Санкт-Петербурге выступать на концерте Нейромонах Феофана. Собственно, перед ним, так сказать, вармапить. В клубе А2 все это будет. Возвращаясь в родные пятнаты. Сколько же мы мероприятий World of Drum & Bass там провели. Ну и также в Москве 15 декабря, собственно, в воскресенье, тоже на концерте Нейромонаха, выступая перед ним, где-то примерно ориентировочное время с 20 до 21. Поэтому, ребят, приходите все, пройдемся по хитам Drum & Bass, конечно же, будет весело, реально.
Hey mom, could you pick me up? Так как Капелла является амбассадором Артурио, собственно, фирма, которая выпускает синтезаторы аналоговые. Да, в общем-то, он в Инстаграме у себя какую-нибудь новую фишку подключает, накручивает, в общем, записывает то, что какие звуки она может синтезировать там и так далее. Я прав, да? Да, ты прав абсолютно, вот. Чертовски прав. Так, ну ты сейчас можешь еще минуточку поговорить, чуть меньше? Давай, у нас минутка есть. Вот, слушай, наконец-таки я узнал о том, что ты сделал свой лайф из своих треков, правильно? Да, у меня в субботу, в эту субботу, в 8 часов вечера. Все подробности у меня в соцсетях, вы найдете. Да. Приходите, буду очень рад всем. Буду играть лайв, будут синтезаторы, будут классные и песни, и бейс. Но в основном будет весь только мой материал и материал совместный с кем-то. Ну, плюс, да, плюс да. Гости. Ну да, конечно. Собственно, название места мы не говорим, но, в общем-то, все можно узнать у Ромки в соцсетях. Да, Инстаграм, ВК, в общем-то, где угодно. Да. Так что всем буду рад. Оставайтесь на связи, у нас скоро розыгрыш винила. Да. Ну и, кстати, ребят, прямо сейчас можете посмотреть на моей стене прямую трансляцию. Видео с аудио идет, с отличным звуком. Собственно, такой мини-лайф от Капеллы. Да, прямо сейчас здесь. Напоминаю, что с вами DJ Profit. В гостях у меня Капелла, Ромка Шелест. Программа Baseline Show на DFM. Каждую среду с 23 до полуночи.
Итак, собственно, маме Ромке привет. Да, мам, большой привет. Надеюсь, ты нас слушаешь. Эти прекрасные романтические композиции для тебя специально. Как раз на ночь успокаивающие. Да, меня, кстати, мама шает вообще. Она знает только Skrillex, знает, кто такие Slipknot. То есть вообще все. Ну, прогрессивная мама, да. Ну, неудивительно. Так, у нас розыгрыш пластинки. Кто смотрит трансляцию, тот видит. Это ACD, проект от Саши ДЗА. И вопрос у нас такой, кто первый ответит, в какой русской группе играет Саша электронным музыкантом. Первый, кто ответит, тому достается пластиночка. Собственно, ДЗА — это аббревиатура DZA. Да, поэтому гуглите, вперед, погнали. Саша ДЗА, давай. Да-да-да. Ну, собственно, ответ не заставил себя долго ждать. Женя Хасанов написал первым в нашем чате по трансляции. Конечно же, да, действительно, это группа Мумитролль. Мумитролль, твоя пластинка. Да, Жень, короче, мы с тобой свяжемся, отпишу тебе в личку и договоримся, где и как получишь пластинку. Клевую, да. Ребят, напоминаю, что у меня капелла тут жарит, жгет, контроллеры тут всякие. Задавайте вопросы, будем отвечать вам. Да, кстати, да, задавайте его, Ромке, вопросы, где, что, как, по релизам, по выступлениям, и он по возможности будет отвечать, да. Ну и меня тоже не забывайте, кстати.
Broadcasting live over the capital. Вот жара пошла. Кто там сказал, что дабстеп умер? На самом деле грядет вторая волна, ну то есть она уже, мы сейчас под ней, в частности. Мы ее выводим на новый уровень, ребята. Да, на DFM. Слушай, вопрос тут, что значат цифры в названии трека C17 Чичхати? Нам по радио нельзя говорить такие вещи, поэтому гуглите. То есть это ненормативное, да? Я понял. Рома, расскажи про проект Grand Beats. Да, это сейчас проект идет у нас. Это проект для молодых рэперов. Ну, уже вот мы близимся к финалу. У меня своя команда, с которыми я записываю трек. Потом зрители голосуют, выбирают победителя. Все, в общем, по классике. Ага, я тебя понял. Ну, это интернет-проект, да? Окей, ребята, собственно, дерзайте, участвуйте. We'll be right back.
играет композицию от Slipknot, Duality в ремиксе Kill the Noise, да. Yo, everyone, this is Martin from Noisia, from Holland, Neurofunk Kings on the Vision Recordings label. DJ Prophet, tune in, respect. Electronic dance music on Bassland Show. And vaults them some rude boys. Let the fucking dogs loose on them rude boys. Hey, put your hands up. I don't think you really want it. Put your hands up. I don't think you really want it. Kill them with 1,000 volts. Shut the fuck up and look 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 up. Fucking like it.
in the ground. Electronic dance music from DJ Prophet. Broadcasting live over the capital. Ребят, вот то, что вы сейчас слушаете от капеллы, вот в принципе, вот в таком формате будет происходить его лайв, концерт в субботу, его сольное выступление, которое... Не только будут, веселые и грустные песни будут. Да-да-да, но это я как про основу жирную сказал, естественно, да. Просто это ты так хочешь, ты любишь мои бейс-треки, а у меня есть еще всякие для девочек. Я знаю. Ну и, собственно, у Ромки тоже много материала, достаточно, по крайней мере, техно-саунда такого, где он эйсит всякие крути там с минималом там. Ну. Да, у нас будет баланс, будут и баллады, будут и бейс-треки, будут техно-треки, будут кип-хоп-треки. Я все это умещаю в полтора часа удовольствия. Да, поэтому, ребята, приходите в субботу, да. Ну и также...
Напоминаю, что я 13 декабря буду в Санкт-Петербурге выступать в клубе А2 вместе с Нейромонах Феофаном и 15 декабря в Москве. Да, это будут вечерние концерты. Мое выступление ориентировочно состоится с 20 до 21, что в Питере, что в Москве. Поэтому всех приглашаю. Конечно же, подготовлю самые-самые хиты драм-н-бейса. Будет в любом случае весело, танцевально, от мейнстрима до нейрофанка пройдемся. Эх! Один из китов, Party Favor и Газолин. А, и Нонсенс. Трек под названием Газолин, да. Ну и, кстати, ждем треки с новой эпишки от Музи Гуда. Музи Гуд, собственно, это один из участников проекта 16 Beats, 16 Beats. И он ушел в Future Beats и сейчас вернулся в дабстеп, в ритм. Да, ребят, я действительно давно не был в Санкт-Петербурге, порядка 2 лет, собственно, да, с последнего проведения нашего в World of Drum and Bass в Санкт-Петербурге. Ну и, кстати, недавно прошел питерский ВОДБ от питерских организаторов, я имею в виду, ну и, конечно, в Питере, вот, тоже в А2, все было хорошо, отлично, я, ребят, поздравляю, молодцы. Ну а мы тем самым временем в Москве готовим 29 февраля очередного World of Drum and Bass, который пройдет на новой площадке под названием «Арена». Это бывший Space Moscow, в котором мы делали очень большое количество мероприятий, в частности, как World of Drum and Bass, также Bassland. Туда же привозили Noizio вместе с Foreign Beggars. Это проект I'm a Legion было, дело и сольно Noizio привозили. В общем, много всего было. Было круто и очень жарко, я помню. Да. В общем-то, воспоминаний много, видюшек там и так далее, фоток. В общем-то, мы возвращаемся туда, под новым названием этого заведения. И 29 февраля, готовьтесь, скоро будем освещать лайнап артистов. You are listening to DJ Prophet. Вот, собственно, перешли на другие ритмы. Классика, Bad Company, More Fire. Больше огня! Капелла! Да, друзья, у меня в гостях, собственно, Капелла. The fire is ringer, not the new ringer. No, who the mafala, the godfather. How we are the powder, the fire is ringer. Not the new ringer, no. I can't take the way out of from them dealing. The way them treating, but them gonna hurt me feeling. They want me more and then they want it out revealing. Somebody they get murder, me set up on the ceiling. I don't like the way out of them dealing. Walking out the way I'm hiding is me feeling. Pass the over there so you can get me meaning. With this whole chain and navigator come with on them. Lock it in the gas, so they spot them up on the
me the gun them. Tell them because I'm me happy after you slap me down them. All I get me makes a make you rock off the gun them. Конечно же, классика Obad Company. Собственно, музыка. Сейчас, наверное, будет подборка от Ромки Drum & Bass, на которой он рос и вырос в итоге. Touch that dial. A vision that hurts in the skirt of pain. Suspicion for the first is winning. I'll regret this in the morning. Shots of the ride. That's future me, I'm glad I'm not that guy. With your hand above the fold, you're a scandal in the press. There's powers in your flowers, you're a damsel in distress. Take me as I am, hey, or watch me as I go. She said, take me as I am. Oh, watch me as I go. Melodies of love all selling the dream. Everyone in the club is smelling their keys. Men are weird at the close of the PM. Just ask a pretty girl to show you her DMs. Close me at the bar, blurry to the brink. Ghost me at the bar, leave me thirsty with a drink. She said, take me as I am. Oh, watch me as I go. Немножко джампапа. В общем-то, недавно состоялись итоги голосования и премии Drum & Bass Arena Awards. И, в общем-то, вот такие вот номинации у них были. И, собственно, я сейчас оглашу список выигравших, кто занял первые места. Best DJ AMC, ну, как бы. Best Vocalist DRS, Best Producer Chasing Status, Best MC Inja, Best Label Hospital. Со многими, как бы, вариантами я бы поспорил, но да бог с ним. Best Track, Urban Down, Come Together, ну, конечно же, да. Собственно, каждый диджей на каждом фестивале отыграл его не раз. То есть за фестиваль, который идет там 10 часов, каждый диджей его играет. Это нормальная история, в частности, на драм бейс сцене. Лучший альбом, Chasing Status, Return to the Jungle LP, ну, тоже поспорил бы. Best Remix, UK Apache, ShareFX, Original NATO, тоже от Chasing Status. Лучшая клубная ночь, клубная вечеринка, Hospitality, ну, как бы да. Best Festival, Let It Roll, естественно. Best Newcomer, Canin, ну, такое, да. Best Newcomer Label, Drumbe All Stars. Кстати, Neuropunk Records заняли третье место в этой номинации, за что я поздравляю Teddy Killers, Garuda, да, Беса, Гидру, Колю там и так далее. Собственно, вот эти два проекта занимаются этим лейбл. И Best Video, ShyFX, Roll the Dice. В общем-то, вот такие голосовалки. Ну, как бы да. Короче, Ром, чтобы за год написал кучу драм и бейса, выпустил и в следующей номинации занял Best Producer, понял? И Best Track, и Best Album. И Best MC. Ну вот и добрались до любимого саунда нашего совместного. Это нейрофанк, звучание Noisy Face, Non-Respect. Responsive, да, забыл слово. Broadcasting live
over the capital. Следующий интересный трек под названием «Dog Eat Dog». Собака ест собак. Оригинальное название, кстати, да. Ну и артисты тоже не особо мне знакомые, но сейчас послушаем. Ух. Electronic dance music from DJ Prophet. We move bigger, badder, roughneck and gutter. Soldier like them, no test, we no matter. We don't got no time to waste to listen to the dagger. Nada, dagger jibba jabba. We no got no chitter, chatter. Think you got swagger. Them a come and step up, we reflect badder. Any other brother, them a better realize. It's a problem for them certified. Передаем Garudo. И не только. Привет всей троице. Yeah. Nuclear и Teddy Killers, Bada. Is this a problem for them certified? Is this a problem for them certified? Bada, 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 bada. So who's bada? Да, вздумалось поговорить нам, да, давай. Да, у нас все проблемы, потому что я-то с 99-го года играю как диджей. Проблемы это со спиной, низкие столы, я думаю, все поймут. И поэтому да. Сейчас чаще одеваешься на диджей сеты, сейчас... как в спортзал. Поэтому. Я тебе прикол расскажу. Короче, мы приглашали Black Sampai на какой-то, ну, несколько лет назад на World of Drum & Bass. И это трое музыкантов, да, трио, да, и там у них есть один очень высокий чувак, там по практически 2 метра. И у нас, ну, по стандарту мы ставим стол, диджейский метр, плюс аппаратура где-то десятка, ну, там 110, да. Соответственно, он тоже играл вот так вот согнутый. И более того, когда он проходил за сцену, когда мы с улицы их встречали, там у нас в клубе были железные балки, и он чуть ли не в половину складывался, чтобы пройти. Бедный чувак. Но все нормально, он доволен, все круто было. Да, такие дела диджейские у нас происходят, да. Is this a problem for them certified? Bada, 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 bada. It's a problem for them. Bada. It's a problem for them. Bada. It's a problem for them.
Итак, собственно, время программы нашим... подходит к завершению, да. Наших вкусняшек, наших сладких. Спасибо мои. Тебе большое, порадовал. Спасибо, что были с нами. Да, да, определенно. Всем привет большой, да. И спасибо. Собственно, подытожим, выступление у тебя в субботу, это будет вечернее мероприятие с 20, да? Да, 8 часов, где-то. Начало сбор гостей и до 11, я думаю. Для старых, классных людей, которым потом куда-то еще. Слушай, я постараюсь потянуться, потому что я заканчиваю только в 22 часа работу, вот. Поэтому не, ну, не обессудьте, если я опоздаю, либо под конец. Не последний раз, как говорится. Ну да, да, да. Так что, ребята, всем вообще большое спасибо, что вы были с нами. Слушайте классную музыку, которую мы вам преподносим. Да, стараемся, по крайней мере. Ну и зовите меня чаще. Ладно. И, собственно, 13 декабря я в Петербурге, 15 в Москве. Нейромонах Феофан, вместе с ним выступление у нас, вечерние концерты. И, собственно, и там мое выступление тоже с 20 до 21. Час хорошего, плотного, клевого, хитового драм-н-бейса от меня. В общем-то, до следующей среды расскажем, что, как все прошло. Всем спасибо и до встречи. Пока-пока. Пока!